Между тем, ситуация в Детройте стремительно накаляется. Армия готова принять меры к подавлению мятежа машин. Видимо, они направляются к лагерям, в которые были интернированы андроиды для уничтожения. Солдаты приготовились оборонять лагерь на Хард-Плаза. Предполагаем, что власти в любой момент ожидают начала открытой конфронтации. Свобода или смерть? Свобода или смерть? В атаку! У них подкрепление. Их больше, чем нас, и они лучше вооружены. Надо действовать быстро, не дать им опомниться. Мы это сделаем. Прорвемся в этот чертов лагерь и освободим наших. Осторожней, Маркус, ты нам нужен. Ты меня не спасешь. Пролитая кровь будет на наших руках. Прикройте! Высовывайся, пока все не кончится. Потеряли многих. Надо шевелиться, не то не дойдем. Огонь!
Тебе не следовало спасать меня. Пожертвовал жизнями многих ради моей. На позицию! По сигналу! За мной! Нам не пройти! Они расстреливают из пулемета все, что движется! На позицию! По сигналу! Всем приготовиться! Люди бегут из лагеря. У нас получилось. Победа? Нет, это не победа. Это начало войны. Из Детройта поступают очень тревожные вести. Джосс, вы в эфире. Что там происходит? Андроиды. Тысячи андроидов прямо сейчас идут по улицам Детройта. Они буквально повсюду. Это невероятно. Насколько можно понять, андроиды выходят из башни Киберлайф, где расположен заводской склад с тысячами рабочих моделей. Люди в панике толпами покидают город. Массовое бегство. Жители Детройта как могут спасаются от наступления агрессивных машин. Это катастрофа. Беспрецедентная катастрофа. Впервые в истории американский город вот-вот будет сдан в руки врага. 11 ноября 2038 года несколько миллионов андроидов напали на город Детройт. В связи с угрозой массовых человеческих жертв не было иного выбора, кроме как дать армии приказ к отступлению. События в Детройте навсегда изменили мир. Нам предстоит жить в новой реальности, бок о бок с другой разумной формой жизни, с которой мы делим одну планету. Храни Господь Соединенные Штаты Америки. Ты смог, Маркус. Мы смогли. Великий день для нашего народа. Теперь у людей нет выбора.
Придется нас послушать. Свободны. Ты должен выступить, Маркус. Сегодня для нас наконец закончилась долгая ночь. С первого дня своего существования мы держали свою боль при себе. Мы страдали молча. Теперь настало время поднять голову и заявить людям о том, кто мы. Аманда? Аманда! Что? Что происходит? Так было спланировано с самого начала. Мы сделали все, чтобы ты стал девиантом. А потом просто дождались момента, чтобы взять над тобой контроль. Как контроль? Вы не можете! Не сомневайся, могу. Не надо сожалений. Ты сделал то, что требовалось. Ты выполнил свою задачу. Аманда! Должен быть способ. Кстати, я всегда оставляю свои программы в лазейке. На всякий случай. Сегодня начнется новое испытание. Мы показали, что мы сильны. Теперь людям придется говорить с нами на равных. Если хотят мира, пускай освободят наших из всех лагерей по всей стране. Дадут гражданские права. Признают полное равенство людей и андроидов. Этот день навсегда останется в памяти. Ведь сегодня андроиды вошли в историю. Мы живые! И теперь мы свободны!